Так, братцы, а вы вообще не забыли, что мы так-то на сплаве находимся, и у нас сегодня прохождение маршрута? Понимаю, многие хотели бы уже вернуться в стройку, но, друзья, поверьте, есть аудитория, которая любит смотреть наш отдых. Поэтому для них сегодня будет еще одна серия, но она финальная. Сегодня я покажу, как мы проходили самые огни и воды и медные трубы последнего нашего дня. Мне попался сейчас на глаза при монтаже кадрик, которое я хотел вставить в самом начале, еще в первой серии, но совершенно забыл. И вот сейчас вставляю. Итак, на обзоре у нас триммер DKTR-40V. Триммер садовый, аккумуляторный. А интересно мне, насколько хватит у него аккумуляторов для работы. Как заявляет производитель, и еще и устанете работать, пока он сядет. Но посмотрим, мне действительно это интересно. Работает он от двух аккумуляторов 4-амперных, вот таких больших. Они заряжаются в кормовую часть нашего изделия. В общем, получается, что из всей сборки нам только нужно установить правильную защиту. Я просто скручиваю болтики, которые под шестигранник, устанавливаю систему защиты и прикручиваю болтики обратно. Да, сегодня мы траву косим мелкую, поэтому я, конечно, буду лесочкой больше оперировать. По часовой стрелке и, как вы понимаете, тоже ничего, собственно, сложного. Я же перед поездкой подарил маме газонокосилку. И совершенно вам об этом не показал. Она им пользуется, ей он нравится. Ну а мы сейчас едем посмотреть, как он работает. Пусть мама свой отзыв даст. И потом начнем сразу серию. Серия сегодня обещает быть интересной, уверяю. Скажи о своих впечатлениях, как тебе? Удобно. Ну, я предвижу, что многие скажут, это не для девочек, это не женская работа и все такое. Но бывают же минуты, когда... Короче, мам, мы на сплав пошли. На био. Да. Вот тебе оставляю, да. Можно даже после дождя начинать. Всем доброго утра. Сегодня даже не буду говорить, какой день. Пусть он будет первым в нашей жизни. Что нам не повезло, это с погодой. Но с другой стороны, у природы ее нет плохой. В общем, судно в этом году было модернизировано. Добавили 10 бочек. Как я уже говорил, теперь тут 34 штуки. Водоизмещение дичайшее. То есть теперь мы вообще просто не касаемся рамы, когда лодка у нас находится в воде. Плот. Что еще сказать? Кубрик я вам потом попозже покажу, но вы его видели. Второй этаж у нас вообще необитаемый. Там никто не живет. Сейчас там склад. Поэтому есть мысль, что можно смело идти и в восьмером, и в девятером. Завтра, послезавтра погода, говорят, будет отвратительная. Но нам это не страшно. Все, друзья, идем, отчаливаем. Конечно, видос не сравнится с прошлогодним. Там экшена, мне кажется, было больше. Но в целом все супер. В целом супер. Видите, у нас тут просто складское помещение. Может, тут две палатки было поставить или стол со стульями. При таком движении, экшене, здесь нужно было либо второй комплект стола. Кстати, это хороший вариант на будущее. Поставить здесь стол, который будет тут и стоять все время. И лавочки. То есть поднялись на палубу, посидели. И даже, например, когда мы уже причалили. Так, чтобы вы понимали, друзья, насколько поднялась вода. Вот эта заводь, и она вон оттуда, эта коса идет. Это помните, когда мы зачаливались и ловили здесь рыбу, стояла банька. Сейчас покажу кадры из прошлого сплава, вы увидите. И помню дом пчеловода, вон там был напротив. Мы туда плавали посмотреть. Вот это все еще затоплено, смотрите. Это все была большая каменная коса. Мы заезжали за нее и парковались. А, да, братцы, кому интересно, мед акации еще есть. Вот такой вот красавчик. Вот. Есть. Вот смотрите, ребят, мы эту тему уже обсуждали в Турачаке, помните, на Эконостасе. Красота, папоротник, деревья и Наташа.
«Люблю тебя». Наташ, вот на твоем месте я бы никогда бы не ответил взаимностью вот такому человеку. Черт он, не меньше. Ребят, вот если вы где-нибудь в горах это видите, ну, точнее, красивые скалы, вот так не делайте никогда. Возможно, он уже с Любой давно. Все грамотно сделали. Так, братцы, в общем, мы причалили в деревне, которая называется Куреево. Продовольствие пополним, сейчас хлеба возьмем. Пацаны ушли. А я сейчас раскачаю САП и пойду дальше на САБе. Потому что мне хочется немножечко покататься. Ваня, дай веслишко, а. Гребля. Показываем спецоперацию по подъему САБа назад. Все, я схожу на берег. Собственно, и САБик мы поднимаем вверх. Вот и все. Чпоньк, чпоньк. Спасибо, Вань. Все пьете и пьете. Все пьете и пьете. Все пьете и пьете. Спортом надо заниматься. Спортом. Надо заниматься. Спортом. Это есть спорт, братан. Хлебушка. А что у нас сегодня по менюхе? Лох можно. Ну, давай сделаем. Мазник? Да, оставь себе, еще захочешь. Я говорю. Я думал, ты говоришь, возьми. Я думал, ты мне лишний хлеб отдаешь. Оставь, я потом заточу. Тебе сейчас овод в голову укусит. Возьми. Да ты оставь, еще захочешь. Ты язык вытащи, я сразу так делаю. Что вам запомнилось из той бии вообще вот сильно? Ну, скала в первую очередь. Рыбалка. Запомнилось? Рыбалка. Рыбалка, когда мы на спиннинг наловили столько рыбы, это просто капец. Надо в это же место зайти, да? Там сейчас вода будет. Я, знаете, первый раз такая тема, что лещ клевал на блесну. Я как стопку опрокинул. Лещ предки, блядь. Бочку, как где будет? Да если ширканем, то немножко. Мы на 30 сантиметров, конечно. Не, мы уже слились, парни. Все, вон там бы еще, может быть, шортнули. Все здорово. Все, ровняком, там уже глубина. Все, глубина. Все, глубина. Желание купаться есть еще? Готовы? Давай, раз, два. Хорошо, хорошо, это хорошо. Хорошо, это было как, хорошо. Хорошо, когда хорошо, но по эмоциям. Но да. Больше не хочу. Глубина вообще глубокая. Добрый, это было ловче. Может, у меня... Надо крышку залить. Закружила, закружила, налетела тоска. То по небу, то по морю, то по звездам она. Напомнит и расскажет о тебе лишь одной, как обычно, так покажет
мне дорогу домой. Бухта радости моей, твоей верности, не хватает мне в пути твоей нежности. Бухта радости судьбой нарисована, и одною лишь тобой заколдована. Для забавы и печали намекаешь шутя, мне дороги рассказали, будто знают тебя. Друзья, проходим Пильно. Дальше будет Пильнинский водопад, но чтобы его увидеть, надо подняться выше. Какие красивые гроты. Какая красота. Это просто пушка. Ты хотел, чтобы это было слышно, да? Мотор поднял? Да, красиво. Грамотно заходим? Когда-нибудь и ты станешь таким же. Все, пацаны, уже надо прыгать. Давай, я побегу. Держи. Давай. Мы уже встали, смотрим, где мы. Остров Пихтовый. Мы на Пихтовом острове, да? Вон Усть, что-то. Разворачивай. Еще. Вот Пильно. А вот она Пильно. Мы вот еще до Пильно еще. Нам... В смысле ху? Нам еще вон масштаб здесь. Посмотри. Да, вот за поворотом. Вот оно озеро. После острова. Вот он, остров, мы стоим. Просто сейчас вот этот остров заканчивается. И вот оно, это место. Вот оно. А мы идем сегодня докуда? Вот оно синенькое впадает. Ага. Покажи, докуда мы идем сегодня. Это понятно. А, докуда идем? Да, давай совета найдем. Или Саусканиху хотя бы. Вот Саусканих. Так это немножко идти. На Веково. Ну все ясно. Погода, конечно, чудит. Дождь. Ой. Дождишечка. Так, ну что у вас? Прогрев. Мы отталкиваемся? Сейчас догреется. Сейчас все. Минутка и пойдем. Не, наверное, нам с тобой один бок надо толкать. А, или пацанов надо? Давай, раз, два, три. Слушай, ну реально, прикинь, циклон идет с нами. Вот весело, да? Просто вот с одной скоростью. Иван, что это будет? Пышечки. Вот так у нас весело проходит сплав в этом году. Ау. Капает? А, он жир капает, да, в масло. И... Да, да. Не продумали. Ну все, хоть распогодилось, он нас снимает на телефон. А мы их тоже будем снимать. Все, давайте. Сейчас спокойная вода. Сейчас же спокойно, не струя. Здесь же можно магнит кинуть, как думаешь? Да. Давай попробуем. И в мире магнитов тоже взял. Вообще классная штука. Экранированная сумка плюс магнит. Сейчас попробуем чего-нибудь найти. Тут же явно раньше баржи ходили, чего-нибудь оставляли. Правильно? Смотри. Проще вот так, да? Это чтобы отрывать. Он 450 килограмм держит, представь. Там всякие разные в мире магнитов продаются. Там есть и на 600 килограмм, на 800, но это прям страшные вещи. Вот этот 450 самый такой простенький. Там трогается, вот смотри, аккуратненько.
Ссылка под видео будет, парни, если что, посмотрите. Теперь мне надо, чтобы хороший узел туда привязал. Покажу ребятам сразу. Та же фирма, качество, прочность, долговечность, 30 метров, веревка. Но мы два шнура сделаем. Один шнур поисковой, а второй срывной, если вдруг где-нибудь там приклеится. Главное, чтобы между камнями не цепанулось. Такое возможно же? А крепкий? Видишь, он затяжной узел. Он при усилии он затягивается еще сильнее. Это точно хороший? Естественность. Проверь все, а. В воде же еще развязывается. Бантик приподнялся. Вань, ты бы сделал бы больше остаток, чтобы мы на Верочку еще цепанулись. Это нормальный контроль тебя. Можно было вот тут еще контроль. Это удавочная. Она не может распуститься в воде? Это нет. Ваня, это точно нормально? Ну пойдем. Сейчас вытащим что-нибудь металлическое из дна реки. Ты тут страхуй. Все, я иду по дну. Он вон стучит по дну. Что, пробуем доставать или пока рано? Мы брали магнит, приходили на песчаные косы. Пробуем или рано? Аккуратно, к борту все не прислонили. Чупаешь борт песка, включаешь магнит, под низ чисто. Миш, ничего нет. Только потом от него не избавят магнит. Ну это как это, магниты, которые для сварки. Что, может дальше дадим или пусть здесь? Не, ну здесь же баржи ходили, должно быть что-то. Ну и что, как думаешь, достаем или пусть пока? Да рано еще. Это мы тралом идем, да, сейчас? Жалко, что он ценные металлы не примагничивает. Слушай, а если мы, правда, какой-нибудь плуг сейчас словим? Ну, металлическую что-нибудь, жесткое. Оно же не успеет за нами подорваться, оно где-нибудь в землю уже годами забитое. Но оно все равно вымыто должно быть. Ну, замылено можно, может, конечно, какая-нибудь большая. Но плуги, я не думаю, что... Тихо, мы... Мы что-то вообще не касаться стали. Глубина увеличилась. Ага. Глубина больше стала. Так надо, чтобы по дну шло, да? Нифига себе глубина. Миша, ничего нормального у берега? Тут глубина жесткая вообще. Рыбаков не собьем. Единственное, что можете сейчас сети поймать, самолову и все такое. Тут я вам не сторонник. А-а-а. Ну что, достаем? Лучше у моста где-нибудь покидаем. Тихо-тихо, к плоту не приклеимся. Ну и что, хоть одна, ну пробочка-то должна быть. О! Прикинь! Ого, камень! Прикинь, мы нашли магнитный камень! Смотри. Прикольно. Смотри. Магнитный, железный камень, прикинь. Кусок металла, обработанный годами. Офигеть. Офигеть. Может, это что-нибудь ценное? Надо еще этим дозиметром проверить. Ты видишь, там что-то такое, чик, и... Да, внутри этот. Может быть, стерженек какой-то металлический. И он поэтому клеится. Пойдем посушим его, посмотрим. Так, смотри, Вань, можно вот так хранить. Ага. Вот удобно. Так, надо где-нибудь его сейчас пока припрятать. Тут сделаю, завяжусь. И будем теперь где-нибудь на пристани сейчас, где отходят лодки и так далее. Вот там попробуем. Видишь, тут все понятно, Вань. Что-то вкраплено в него. Железная руда. А, думаешь, что просто железная руда? Конечно. А вот и пристань. Это мы сейчас в советах находимся. Вань, держи, я оба могли, обе веревки держи. Есть, поймали. Ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Наш корабль забыт, один в мире скованном сном. О, смотрите, смотрите, подняли. Ржавый болт, понял. Лепишь, он сухой. А, ну и дисперсный песок, смотри. Но я говорю, потом сегодня... Смотри, сколько металла. Yeah.
Ну все. Сходим с ума. Жара пахнет черной смолой. Смерть одного лишь нужна. И мы вернемся домой. Его кровь и плоть вновь насытит нас. А за смерть ему, может, Бог воздаст. Что нас ждет, море хранит молчание. Жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит. Жизнь других, но не твоя. Что нас ждет, море хранит молчание. Жажда жить сушит сердца до дна. Так, все, причалили, супер, супер, место, класс, ветра нет, хорошо, хотя там бушует что-то невообразимое. Михаил наш мехвод это место знал и оставил его на сладенькое. Вот. Тут и дорожки есть, и все, и классно. Не знаю, с дровами что? У нас есть дрова свои. У нас дрова есть, все хорошо. Так и заканчивается наш сплав. Собираемся. На улице дичайший ветер, просто нереальный ветер. Нет смысла дальше никуда идти. Вот. Все, сейчас разбираем судно, нас забирают. Время 8 утра. В общем, вот так все. Вот так все быстро закончилось. У вас, наверное, это было за 15 минут. Все, ладно. До скорых встреч. Пока, увидимся. Все, пока-пока.